В Красноярске прошел третий краевой съезд молодежи. Активисты составили свой наказ депутатам на год. Какие проекты будут реализованы в регионе, узнаете из сюжета Юлии Комляковой. Смотри, молодежный форум. Строительство молодежных городков, стажировки студентов на крупнейших предприятиях края, трудоустройство выпускников вузов – это лишь часть злободневных вопросов и проблем, которые обсуждались с представителями власти на третьем съезде молодежи Красноярского края. Сегодня у нас происходит рабочее заседание, я называю это рабочая площадка, потому что на самом деле мест для диалога молодежи и власти, и молодежи, и представителей бизнеса, общественных организаций достаточно много, и это и Бирюса, и движение молодежное, и Красноярский молодежный форум, но именно рабочие площадки, где вся молодежь принимает конкретные конструктивные решения, их, вот, наверное, можно назвать только съездом. Такие проекты, как «Тим Бирюса» и «Центр экстремальных видов Спортекс», были реализованы благодаря первому и второму съездам молодежи. В этом году активисты представили новый проект «Молодежный помощник». Идея его создания появилась на пятой смене проекта «Тим Бирюса» в 2011 году. Идея очень простая, на самом деле, чтобы у подавляющего большинства депутатов в законодательном собрании Красноярского края появились советники по молодежной политике. Отстаивать интересы молодежи в законодательном собрании будут лидеры молодежных организаций края, которых выберут голосованием. А главным итоговым документом съезда стал наказ депутатам – список конкретных идей и предложений для депутатов законодательного собрания края. Съезд завершен. Теперь за работу. Смотри, молодежный форум.